программе было упомянуто, что сын пойдет по стопам отца. Но он, Мижган, там, я вот тоже как папа, значит, я говорю, что? Но он тоже вроде там так чуть-чуть говорит, что вот если я там приду на телевидение, но в спорт он точно не придет, и он не любит его так, как я, потому что спорт надо смотреть, надо интересоваться. Посмотрим сейчас, что это будет там у Миши, либо, может быть, там ГИМО, либо высшая школа экономики, что-то, международные отношения. Ну, а вы хочет. Хотели бы вообще, чтобы по стопам пошли? Ну, ему будет сложно. Почему нет? Это его жизнь, пусть выбирает по стопам. Но я просто понимаю, что, говорю, с такой фамилией тебе нужно быть по-настоящему мощным. Это не потому, что я мощный, например, да, а просто потому, что он должен быть лучше, чем я. В любом случае, дети вообще лучше, чем мы. Ну, конечно, возможно. Дети лучше, чем мы, дети замечательные. Вот сейчас, кстати говоря, ведь они же, смотрите, что сделали. Очень скомкана была программа же ЕГЭ. И мало того, что люди не учились, да, и очень маленькие были перерывы. Например, там он сдал, вот мы сейчас ждем общагу, обществоведение, да, и общага была после истории на через день. То есть это не восстановиться, не... Ну, хотя бы дня три, но мы понимаем, что возможности, может быть, не было. Но, в общем, дети настраиваются на экзамены, как на Олимпийские игры. У меня первый мой экзамен, который был в школе, это был 88-й год. Я учился в 7-м классе, и придумали тогда переходные экзамены. Один был, по-моему, обязательный, типа математики, там что-то, алгебра. А второй был по выбору, я выбрал историю. И мне досталась коллективизация, я никогда не забуду. А у меня была еще жива прабабка, прабабушка Поля, Полина. По какой линии? По дедушкиной, отцовой. Mm-hmm. И она приезжала к деду с бабушкой на лето погостить. Она вот раз приехала там что-то в начале июня, мы сдавали вот эти экзамены. И она мне рассказала, какая была там в деревне под Торжком у них коллективизация. Они были середняками, не кулаками. Две коровы, лошадь, все такое прочее. То есть просто там потом начали уже умирать ее дети, естественно, потому что была голодуха и все такое прочее. Я на полном серьезе, отталкиваясь еще от каких-то самиздатовских книг, которые почитывали родители. На тот момент я уже так пытался «Архипелаг ГУЛАГ» читать и все такое прочее. В общем, я начал рассказывать про ужасы коллективизации в 88-м году в начале июня. Учителя так, переглядываясь, пошушукались и сказали, все хорошо, иди три. А у меня по истории была пятерка всегда. Я начал возмущаться, говорю, что в смысле три? Я говорю, я вам рассказываю про Сталина, про коллективизацию, про эти ужасы, про уничтожение деревни, там, про моих, собственно говоря, родственников, да, что про эти предвоенные тяжелейшие годы, можно сказать, Голодомор и все такое прочее. И Татьяна Вячеславовна Паршина, моя классная руководительница, очень прогрессивная, девушка, она была молодой, только пришла к нам после института, она устраивала вечера с Высоцким, с Висбором, мы вот эту вот замечательную поэзию слушали, там про бардов, про серебряный, золотой век и так далее. Очень была просвещенная учительница, она говорит, слышь ты, если сейчас нам приедет комиссия из РАНО и узнает, как ты тут рассказывал про коллективизацию, я думаю, что учебный год мы все начнем в другом месте. И говорит, пожалуйста, тебе поставят итоговую 4, вали на свою греблю. И я ушел.